Всем привет, с вами Виджиланд, мы продолжаем Героя 5. Выбор бонуса. 2000 золота, 8 суккубов, создание фантома. Давай суккубы, наверное, возьмем. Лучники-то явно пригодятся. Говорил Эразиал. Разве ты не один из преданнейших слуг властелина? Потом поговорим. Сейчас нет времени. Надо уносить ноги. Нет. Он и меня обвинит в предательстве. Я рискую жизнью. Значит, я имею право знать сейчас о крае. Хорошо. Когда я был в землях Империи, я узнал кое-что, что заставило меня усомниться в планах Хабелеха. Ты усомнился в нашем властелине? Как ты мог? Есть причины. Теперь он об этом знает и... А откуда он об этом знает? Кто за мной шпионил? Теперь это не важно. Эй, он сказал об амбициях? Ты хочешь занять его место? Хочешь править Шио вместо него? Безумец. Ну, не хочу говорить об этом раньше времени, но... Только ты на такое способен. Но ведь ты не забудешь тех, кто тебе помог, а? Итак, что дальше, милорд? Или вернее сказать, властелин? Завладеем сердцем Грифона. Ты видела его в действии? Да, мы должны его получить. Я знаю, где оно. В мавзолее королей Грифонов. В зале героев. Мавзолей находится в самом сердце Империи. Значит, прольется много крови. Что с того? Ты знаешь, Биар, я рад, что ты мой союзник, а не враг. Это колдует все. Начало недели, недели кровопийцы. Так, кто у нас там? Бесы не улучшены, суккубы не улучшены, все обычные. Щет. Снова откроем все земли. Конечно же, опаснее, тут бегают и другие чуваки. А, это я стою. Это я в это здание зашел? Здесь нет существ. Окей. Ладно, пойдем. Почему у меня так быстро ходы кончаются? Я же прокачивался. Умение-то у меня на месте должно быть. Что за... Дела... Это так, сапоги мне много добавляли, когда они у меня были. Походу на то. Ну, другого пути нет, давай нападем. Вы как здесь червяка. Вот, не взял бы лучника, сейчас бы нечем было стрелять. А, погоди, это лучники, что ли? Щет, это лучники, нападай. Я не посмотрел, опять ошибку мою. Блин. Класс. Бей их за них, за их наглость. Вот и все. Готов. Оси потеряли. О, призраки, блин. Эти ловкие существа. Опять сейчас начнут свои уклонения. Промах, конечно. Thank you.
Да офигеть. Что же все косые-то такие? Блин, вам точность надо прокачивать. Даже чертята его не промахиваются. Каменные щепи. Это на что? Угу. Нечестно, у него есть вон мало этих дьяволов. У этого ангел тоже прокачанный, офигеть. Королевский мозоль. Нам, походу, сюда надо. Адская псарня. Принять. Еще одна? Или она те же будет места показывать? Интересно. Так вы уже посещали. Нет, новая. Этих легко раздавим сейчас. А, их по 43 штуки. Ну, теперь поменьше. Заплатишь за это. Где же он между миссиями посеял мою палатку лечения и баллисту? Замедление. Так, сюда никуда идти нельзя, и туда тоже. До конца недели далеко, так что пошли вперед. Можно и поколдовать. Не знаю, вот эти табуретки мне тоже не нравятся. Могли тоже красивее нарисовать. Какую-нибудь горгулью, что ли, нарисовали бы. Это. Стул какой-то с крыльями. Послушаем, давай. Еще больше бегать. Вас поджидали ассасины? Ну, хрен с ним. Тут, я думаю, просто так же сундук лежит. Это лучники? Да, блин, эти. Отравляют, смотри.
Фасфила. Теперь можем забрать. Наградку. О, еще подкрепиться можно будет там. Охраняется? Ну давай. Смотрим. Ух ты, ё-моё. Тут точно это надо. Подмога точно нужна. Эй, я... А, это я с кольцом мог элементалей вызывать в прошлой серии. Стихию земли. Блин, дальше он идет. Так, ну давай вот это на него. Финале. Ого, два осталось. Так, это кто у нас этот? Намудрил я что-то тут, походу. Теперь у нас такие хорошие. О, вот это надо. О, вот это надо. Не зря мы тут кочевыжились, потому что это нам все пригодится. Так, на этого напасть что-то. Блин, личи-то это тоже эти лучники. Давай сначала этих вынесем, а там посмотрим. Такой воин нам пригодится. Два. О, кошак у нас наели. Любого грызет. Офигенно. Опять хижина мага. Третий раз уже. Она все путь какой-то открывает.
это хижина. Так, ну надо сохраниться, попробовать на лича напасть. Нормально. А, ходы кончились. Кстати, цели наши. Захватить сердце Грифона, а Грэмбл, понятно. Это у нас стрелок. Поэтому надо спешить. Рашить. Блин, ну после не устал. Нормальный так. Лошадей все теряем и теряем. Что нам это хоть дает? Ну, нормально. Где там сундук-то? О! Разгадка тайного ученый. Нифига там. Посмотреть. Давай, наверное, развитое возьмем. Так, еще день, и можно будет опять тут покупать, поэтому я не знаю. Подождать, может. Да. Пускай этот едет, мне плевать. Если бы я не прокачивал по суше, сейчас бы он еще медленнее ходил. Что, нормально. Капец, у него копыта, конечно. Золото просто так не будет лежать. И раз никто не охраняет. Так никто. Конечно. Блин, не хочу я с лучниками связываться. В чем дело? Идите медленно-то, идите, я вас расстреливать буду. Этот у меня вообще зажат. Достает. На этот раз совсем... Чего желают? Блин, я не посмотрел. А чего они желают? А, они ко мне... Это... Вау. Только у меня, наверное, упало, да? Боевой дух. Удачи. Фиг знает. Вроде норм. Ну, пусть тогда сидят у меня. О, принять. Я не против, если место есть.
какой-то путь я все открываю. Или я должен быстрее этого чувака, типа, туда успеть? Я вот это не понимаю. Мне тут не написано, типа. Ну, прочитаю. Действовать быстро. Походу, нам надо спешить все-таки. А что я не могу купить? Почему я не могу купить? Странно. А, денег не хватает? И чё? Блин, а это лучники же. Нет штрафа в ближнем бою, атака ядом, штраф за стрельбу. Нападение 11, у этого 10. Да эти мощнее, чуваки. Ладно, пойдем дальше, попробуем так. Давай. Опять у них тут суккубы эти. Совсем уберем их. Вот тигра у нас наеривает. О, вообще под чистую. Классно сыграли. Вообще супер просто. Одного этого потеряли, ну. Тут нам придется расстаться, потому что у меня места нет. Хоть бы денег за них сейчас дали. Так. А, у меня ходы кончились. Класс. Сколько он стоит, что купить? Дорого. А на этих денег не хватило. А. Сейчас мы разместим. Вот так вот. А, это лучники, поэтому да, вперед. Хотя можно было вот этих двух убрать, и тех нет, не трогать. Ну ладно. Не улучшенный ничего не может, кроме как телепортироваться. Какие-то сонные гремлины. Я к ним уж подобрался. Убил, они даже не среагировали. Отражение? О, защита типа, да? Давай тоже. Защита от магии. Кстати, можно вернуться за лошадками. У нас не лучники уже против нас, поэтому можно не лезть на рожон.
ты тоже жди. А вот ты... Да, кстати, меньше. Было 5, стало 0. Ну, не крепкий, смотри. Да, такой из-под земли появился. А, там один остался. А я думаю, почему мне все время один показывает? Вон в чем дело. Набирай награду. Кто там опять? Кто там такой крутой? Что-то лесные чуваки. Убьется. Вот надо было вам это. О, вообще подчистую. Как будто и не было никого. Клево. Очередной артефакт. Клево. Мы уже собрали сколько артефактов. И колдовство добавляет, и это... Опа. Инициатива колдунов. Нет, это лучше. Мне вроде кажется, как так. Бери. Надеюсь, он сейчас дойдет, и я не проиграл. А то будет обидно. Да, наверное, показывает, как он продвигается. Типа, я, наверное, должен был быстрее мчаться. Ну, не знаю. Иду вроде как могу. Да, я прыгнул. Охренеть. Класс. Так, я переиграл все заново. А, ну это мы видели. Сейчас я его завалю. И уже у замка будем. Так, ну они бежали. Я даже золото собирать не буду. Нам просто надо спешить. Так, у меня маны сколько? 50. Все, плевать. А, блин, по пути брать этот сундук? Да, возьмем. Так, и он где-то на этом уровне. Со мной. Куда бы часов? Так, он уже все, он уже почти пришел, и я почти пришел. Форт на холме, взывает он лучше. Блин, лучше от героев, а он где? Я его не вижу. Но если что, я сохранился, можно попробовать. А джин это лучники же, блин. О, кстати, покой. Так, улучшить можно. Кого бы улучшить-то? Уже лучше. Так вот.
Так, никаких оазисов. Блин, ходы кончились. Вон, там тоже отвлекся. Давай, теперь газуем. Плевать на это золото. А, надо еще и этих победить, блин. Давай, вперед. Мне нужна только реликвия, а не твоя смерть. Сюда идет армия демонов. Отойди в сторону и останешься жив. Грязный демон! Я не из тех, кто предает своего короля, даже погибшего. Я не позволю осквернить его могилу. Воины, к бою! Слава Грифону! Да, там и ангелы всякие. Хорошо. Архидел-то что может? Язык пещерного владыки. Как я знаю. Так. И пока оно подать не может. Тут надо же продумать. Но призыв тут поможет. Они грифоны, наверное, пошлют на моего какого-нибудь отряда. Сейчас он взлетит. А, нет, он ждет. А, тоже не нападают хитрые. Тут написано. Призыв пещерного владыки. Как? Я не могу его призвать. Что за отстой? Отравим его. Всех своих воинов улучшает, а? Партизан. Так, у него сколько брони? 55. У меня тут тоже всякие штуки есть. Снятие чар. О! С одного только что? Ну, с одного неинтересно. Я думал, со всех. Волшебный кулак. Чем на них навести такое? Магическая стрела. Вот это можно, или... Да, вот это вот. Что-нибудь новенькое такое попробуем. Что-то они не нападают, но и я не буду. У меня уже призывные появляются, они не нападают. Слетел все-таки, смотри. Отравим его. Друг друга лечат, блин. Сколько у него скорость? 8, блин. Там воскрешать друг друга. О. Фига.
А, блин, можно было на Грифона. А, или мы нельзя? Под ядом, да? Москва. Так, кто из лошадей ходит, я не пойму. Это призывной вроде. О, заклинание действует. Да хоть включить его. А, кто из... Это кто ходит? Ага. И того тоже дотянет. А, он двоих сразу. Класс. А это кто? А чё они не атакуют, я не пойму. Кроме Грифона, конечно. Все закрыли, не пройти. Хоть сверхзащиты ему там колдуют. Ага. Блин, я все время про Грифона забываю почему-то. Но... Рано радуешься? Блин, только... Давай вызови кого-нибудь. Ты что-то какой живучий-то. Никак еще не доберешься до него. Вообще не пробраться к нему. Офигеть, блин. Забить его уже. Наконец-то. Мой заклятый враг Веер хочет поиграть в солдатики. Поиграем. А, еще с ним воевать? А у меня сил-то хватит вообще. Офигеть, мне еще и с ним воевать. Блин, а не армия-то. 20. Оу, это будет сложно. Ну ладно, по тому же сценарию попробуем. Да, блин, ставь ты этот квадратик сраный. И тюрьму мою. Ого, как он на всех так делает? Убили. Офигеть. Это сложная, блин, миссия. Я должен еще успеть до первой добраться. Еще и офигеть.
отклонено. Охренеть, у нее еще и это есть. Блин. Вообще не нанесу ему урон. Тоже уменьшает защиту. Мы тебя хоть отравим. Блин, это сложно. А самому-то он сколько наносит урон, если он сам? Один, а чё как мало? Офигеть, блин. Да. Так, от которой? Мощнее есть ударить. Ну, капец, блин. Нас убивают, причем неплохо так. Так это кто? Угу. Это наш. Мана у меня еще есть. Так я не знаю, что применять-то. 48. Тут помощнее бьет. Походу придется переигрывать потом. Потому
что мы проигрываем. Так, здесь какая сложная миссия. Я в шоке. Ну его лечат потом, где-то он раздобыл. Ну да. Или так и надо было, я фиг пойми. С удовольствием отрежу тебе голову, а череп подарю Хабелеху. Моя голова останется на месте, Вэр. В отличие от твоей, там внутри есть мозги. А, так и надо было. Кто тревожит меня? Демон? Но ты прикоснулся к камню. Подойди ко мне, незнакомец. Ты иллюзия. Откуда ты говоришь? А, вот почему камень на тебя не подействовал. Интересно. Аграил, верно? Ты угадал. А кто же ты? Тиеру. Тиеру. Мой бывший хозяин говорил о тебе с большим чувством, но отнюдь не с дружеским. Бывший хозяин? Хорошая новость. Но если ты отрекся от властелина демонов, зачем ты здесь? Я не хочу, чтобы это досталось к Хабелеху. Я тоже не хочу. Но если я не ошибаюсь, ты был одним из его приближенных. Я был его агентом в Империи Грифона. Тогда тебе нужна помощь. Хабелех хочет тебя уничтожить. Армия Грифона хочет отомстить за своего короля. Но это не самое худшее. Что может быть хуже? Мессия зла, чьего прихода так жаждет владыка. Его появление означает только одно — гибель мира. Надеюсь... Ты согласишься помешать им? Каким образом? Долгий разговор. Нам надо встретиться к югу от эльфийской столицы в Эрисийском море. Есть остров в форме полумесяца. Доберись туда, а там я сам найду тебя. Спеши. Что ж, мертвый король, многие еще присоединятся к тебе, прежде чем это закончится. Так и надо было. Но тем не менее миссия завершена. Ура! А я-то думал, это конец. А нет, все пошло как надо. Фух.